Друзья, всем привет! Наш гастрономический тур по Амстердаму продолжается. И сейчас мы поведем вас в блинную наверху, да, она примерно так и называется. И там есть разнообразные блинчики. Не думайте, что это чисто русская еда, она и голландская тоже. С необычными начинками будем пробовать, показывать вам. Что тут распрыгалась? Я замерзла и хочу есть. Смотрите, какой колоритный вход. Можно пройти мимо и даже не заметить. И до того, как я пойду, чтобы ты не снимал мою попу, посмотри на лестницу. Ё-моё, друзья, и все как Алина любит. Поднимайся. Она любит лазить по лестницам, по всяким горам. Даже ресторан такой блинный нашла, где вот такие ступеньки. На самом деле, в Амстердаме в домах, ой, я чуть не упала, в Амстердаме в домах всегда такие ступеньки. Можно подниматься прямо на руках. Вот Алина залезает. Hi. Can we eat? Do you have reservation or not? If you have no reservation, I'm fully booked. Oh, reservation. Yes. Oh. Yes. Можете записаться на завтра? Можно? Да. По времени просто записывайтесь, но без опозданий. Ну, вкусно вы были, да? Вот, и мы только пришли, мы вчера как раз пришли, все было заново. Да, и прямо вкусно? На сегодня. Еще пока не знаю, но я читала, что вкусно, да. Ну, у меня кто-то лучше вычитал, поэтому мы на сегодня записались и вот пришли. А на сколько туда завтра запишемся? Ну, не знаю, на сколько запишемся. Давай тогда на вторую половину. Но спасибо. Но только без опозданий, типа 5 минут опозданий, они столько дают другим. О, как все строго. Ладно, приятного аппетита. До свидания. Only 4 hours. 4 o'clock. Two percent. What's your name? Alina. Друзья, очень популярное место, нужно записываться. For the information, please be on time. I keep the table only 5 minutes because I have only 4 tables and cash only. Yes. See you tomorrow at 4. Thank you. Все, нам дали вот такой вот волшебный листочек. Завтра увидимся в 4 часа вечера, как раз после музея Ван Гога. И продолжим съемку. Что-то нам с кафе в Амстердаме не везет. Они или слишком большие и переполненные, или очень маленькие, и там все забронировано. Ну, 2 дня вперед. А есть-то хочется. А найти кафе подходящее для еды мы не можем. А еще нас могут задавить. This is the line, really? I told you about the incest in my family. And this is where you guys draw the line. Well, hashtag priorities. Мы продолжаем нашу серию про блинную. Вчера нам дали такую вот штучку, резервейшн наш, на наше имя. Поэтому ровно в 16.00 столик забронирован за Алиной и Анатолием, каналом Авиамания. Сейчас без 15, и мы начинаем подниматься наверх. Бежали практически бегом. Заходим. What time do you have reservation? For Alina, for you are in the winter time. Now it's summer time. You have to change the time. Today, tonight? Yesterday already. Sunday morning starting summer time. Oh my god! Часы перевели. Да? Yeah, no problem, I have the place. Yes, but 10 minutes. Yeah, but this is 5 o'clock. Прикол, друзья, вообще. А, 1 апреля! 1 же апреля? Yeah, April. Where are you from? Russia, Russia. Yeah, you have also some 1 апреля. Нас разыграли с тобой. Can you take a swim in? Я так и не поняла, если честно. А зато я понял. Или это был рост?
розыгрыш. Нет, это был, скорее всего, розыгрыш. Меню у нас очень разнообразное. Есть блинчики сладкие, есть блинчики сытные. Цены вы тоже видите. Напитки. Я думаю, что мы сейчас закажем как минимум один сытный блинчик и парочку сладких. Обязательно резервируйте места заранее, потому что очень маленькое помещение и много желающих. Друзья, очень маленькое кафе. Ровно на 4 столика. Вот Алина сейчас заказывает как раз блинчики. Я хочу блинчик Гавайи с бананами, ананасами, шоколадным соусом и кокосовым кремом. Не сдерживай себя, заказывай. Свежевыжатый сок, кофе и как минимум 3 блинчика. 3 блинчика. А я чего буду? А я не знаю, не смотришь. А я не понимаю, не понимаю по-голландски. Здесь по-английски. Да, по-английски. Есть сладкие с бананами, с яблоками, с ананасом, есть с разными джемами, сытные блинчики с сыром и помидорами, например, с беконом, с солями. С сыром и помидорами. Так, один, а еще что? Чем там еще были? С джемами разными, но скучными. Ну да. С бананом и медом есть. Бананом. Давай с бананом. О, с бананом и медом. Да? Угу. Так, два, буду три. Третий с чем? Давай какой-нибудь там еще выберем. Я ж не знаю с чем. С яблоком и шоколадным соусом. Потом, например, можно с ананасом. Давай с ананасом. Все, выбрал. One pineapple. Banana honey. Banana honey. Cheese and tomato. Mm-hmm. And banana. How many pancakes you want, many? How many pancakes? Three. It's more? Three. It's quick, like this. Four, I think one. One for one person. One for one person. Two. Yeah, you can, you better you eat for one first, and then if you, and then you can order again. По одному, то есть? Или давай два? It's quite big. But we have very nice one, this one, the king with fresh strawberry. Mm-hmm. It's the best strawberry from the year. Mm-hmm. Yeah, very, it's for me. It's very nice. For me тоже. So two strawberry, this uh-huh. one. Two, king. Two. Uh-huh. You start with one king, mm-hmm. and then okay. when you want again, you can order again. Uh-huh. And the cafe espresso and the fresh orange juice. А тебе какой? О, fresh. Two fresh, one. Yeah. Thank you. Значит, было первое время, мне так разыграть. Я до сих пор отойти не могу. This is your iPhone? Yes. You see? It's a... this one, yeah. Because iPhone never lie. А, это было не шутка. Да? Это была не шутка, реально. Вау! Нас не обманули. На самом деле iPhone показывает правильное время, а я смотрела на часы. Часы я переводила на 2 часа относительно московского. Оказывается, что реально перешли на летнее время. И разница сейчас с нами час. Ё-моё! Мы так могли на аэропорт опоздать. Да. Вау! Вот так. Это удачно мы зашли в это кафе. Я немножко смотрю все-таки на iPhone, потому что он перестраивается на правильное время. Вау! Thank you. Thank you. Вот это красота, вот это мнение. Просто вообще бомбически. А дальше? Чувствуете? А вот это круто. Сейчас мы его съедим. Свежая клубничка вкусная. И блинчик такой, не тонкий. Что-то, сейчас я покажу вам. Он немножко похож даже на оладушек, то есть такой пышненький блинчик. Большой. Даже не знаю, понадобится нам еще заказывать или нет. А я бы два съел. Я бы тоже.
Нам официант сказал, что два блина не надо заказывать. Один очень большой. Но мне кажется, что я бы съел три блина, потому что по запаху они очень вкусные, по виду так тем более. Ну и блин с клубникой, с медом, со сливками. С посыпкой какой-то сладкой, очень вкусно. Мы не смогли остановиться на одной порции, заказали еще. Только Алина заказала с ананасом. А в принципе тот же самый, как и в королевском блине, только вместо клубники ананас. Теплый ананас никогда бы не пробовала. Так себе, конечно, удовольствие. Клубника была холодная, а ананас теплый. Ну ничего, блинчики здесь очень вкусные. Приятного мне аппетита. И вам, кстати, тоже локацию. Локацию оставлю в описании под видео. Заходите, бронируйте и приходите кушать. Друзья, мораль той басни такова, что не надо жадничать. Вот я не смог съесть два полных блина. Полтора осилил. Видите, кусок остался. Поэтому одного блина за глаза и за уши действительно хватает. Но было очень вкусно. И поэтому мы заказали два блина. У Алины, кстати, то же самое. Смотрите, сколько в тарелке. Она еще больше меня не съела. 57 евро, и мы сытые довольны. Thank you very much. Thank you. Один блин для одного человека, запомните. Thank you. Goodbye, goodbye. Кстати, смотрите, вот тут за этой дверью, соседней буквально, находится туалет. Да. И сейчас я вам расскажу кое-что. Поесть здесь недешево. Вы можете заказать в Амстердаме пиццу на двоих за 12 евро. Здесь 12 евро стоит королевский блин. Но он вкусный. Поэтому, если вы хотите колоритную блинную на чердаке, то приходите, но не жадничайте. Наш счет составил 57 евро. Это очень много, я считаю. Можно было ограничиться двумя блинчиками. Но вкусно. Главное, мне на тебя не свалить. Смотри, как колоритненько. Какой у нас колоритный обед получился. Как мы сползаем, как колобки пузатые по этой лестнице. О, но спускаться объевшимися гораздо лучше, чем подниматься. И мы вылезли на улицу. Да, очень милая блинная, нам понравилось. И нас чуть не сбил велосипед. О, от пуза просто поели. Не забудьте нас отблагодарить лайком, подписаться, потому что впереди очень много интересного, полезного и вкусного контента. А мы продолжаем снимать для вас годный контент. Прилетаем в следующую серию. Все, пока. Пошли, чао.